Итак, значит, запись пошла, отлично. В общем, ребят, смотрите, вышла сейчас фикс на Розу, собственно говоря. Я надеюсь, сейчас запись не слетит, просто это уже второй раз. В общем, что с ней сделали? Теперь у нее щит не 80% контрит, а 70%. Да, это, конечно, хреново, но ладно, сойдет. Что еще печалька, так это то, что... То, что теперь щит держится не 6, а 4 секунды. И какой-то исправили там баг. Ну, в общем, в принципе, ничего, грубо говоря, и не поменяли. То есть только щит убрали, и все. Какой-то значительной разницы я не увидел. Я также могу танковать хорошо, также могу помогать своим соклановцам. То есть все зачебись. То есть вот, я активировал щит. Да, меня убили. Да, к сожалению. Аксаврёна, вторая роза. Круто. Самое главное, ей не порезали хп и... Ой-ой-ой-ой. Ну, вы видите, что происходит в Brawl Stars после обновления. Ну, ёпрсты. Хера себе. Нет, нет, не хочу. То есть, ничего не поменяли, серьезно. На мой взгляд, на ней как было удобно играть, так и осталось на ней удобно играть. Ребят, добейте, у нее до хрена всего. Так, на базу не беги. Есть, убил. Теперь самому главное не умереть. Блин, умер, ладно. Ну, что можно еще рассказать? Я, то есть, за Розу уже наиграл, она у меня 13 ранга. За нее надо учиться играть, серьезно. За нее надо уметь прожимать теперь щит вовремя, вот, то есть не делать, как я сейчас. И прожимать лучше, когда больше противников, у тебя больше хп, хотя бы 2-3 тысячи, чтобы ты точно выжил в щите. Так как он теперь и 70%, то тем более. Роза у меня, к сожалению, так и не прокачанная, 13 ранга. Так, выходим. Вот, у меня уже почти 300 кубков. Давайте я своему соклановцу кое-что напишу. Ого. Рояль. Надеюсь, он поймет. Надеюсь. Ну, то есть сейчас я вам вот покажу. Но он не понял, он печатает. То есть, вот, смотрите. То есть, shield, super shield damage reduction from 80 to 70%. То есть, было 80, стало 70. Теперь он дуратин, я так и не помню, что это. Но, видимо, продолжительность это 6 до 4 на 2 секунды. Хреново, конечно, ну да ладно. И, то есть, баг. Все, что изменили. Так, что он там? СМ. Ну, где... зелё... газ. Господи, что такой тупой серый. Сергей, зачем таким надо быть? Смотри больше видиков на ютубе. Серьезно. Ок, давай. Поехали. Давайте я вам сейчас еще вот здесь вот как раз сыграем. И все, и на этом я запись прекращу. Видео получится коротким, но на то оно и видео про обновление новое в Brawl Stars. Так, у нас тут сразу ящик с баночками, с баночкой. Шик. Так. Поехали. Я вижу Розу. Роза, не смей идти к моей банке. Так, Сергей опять куда-то убежали, как всегда, в принципе. Так, надо бояться того, то, что тут дуо, как говорится. Вот, сбегает, черт. Она хилится, нет. Не позволю. Есть, убил. Это-то-то-то. Середжа. Кто такая Середжа? О, три команды, кстати говоря. Че, попробуем топ-1 взять? У них 4, у нас 4. Я тебя видел, я иду к тебе.
Так, щит. Ну да, теперь с ним, конечно, тяжелее, но да ладно, не так хотя бы... Блин, я дурак, ой. Он не затащит, у него лагает интернет, я это знаю. Он не затащит, я же сказал, мы третье место заняли в итоге. Ладно, хотя бы ничего не сняли, уже хорошо. В общем, о, кстати, 12 левел. В общем, ребят, это был видеоролик про новое обновление Brawl Stars. Это какое? Просто я вчера только начал играть, ладно, вру, позавчера. Game Updates. Я... А, во, 30-19, окей. Пускай так и будет. В общем, ребят, до скорых встреч. Я с вами прощаюсь на данный момент. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большой палец вверх. И всем пока-пока.